Ребята, здравствуйте, приветствую. Здесь, короче, написано, что до 18 делать нехуй. Мы нажимаем Y. Еще раз. И... вот так вот. Сегодня мы будем играть Эвапор. Часть первая. Давайте начнем новую игру. Говорят, это Харарюга. Интересная, с наркоманским сюжетом. Поехали. Хардкор. Нет, нормал. Давайте на нормале поиграем. Алло. О. Красное озеро я вижу вокруг себя. Я вижу угол лодки, и я могу осмотреться. Кто я и нахуя, и куда я плыву, я об этом не знаю. История, сука, умалкивает. Так, все, на этом моя фантазия закончилась. Смотрим, короче. Я вижу какую-то пещеру. And it's all thanks to those bastards. Should never have underestimated them. Жестко. I guess I'm not so fucking innocent either. Let me start from the beginning. Пать тут сенса. Не настраиваем моя. Не настраиваемая. Не настраиваемая. Ты же шутки какие-то. Только не говорите, что это кровь. Я вижу свет. Я вижу луч. Бля. О. Сенса дикая, сразу говорю. Огоньки. Это тут наркомания. Не успела игра начаться, уже какая-то наркомания. Called themselves the Order of Mammon, a cult obsessed with controlling the world ever since its inception. Замок, нет, это не замок. Возможно, здесь был город когда-то, деревушка. Короче, боги воевали и залили своей кровью всю деревню. Сейчас я придумаю сюжет, нахуй, по-новому. И нашелся один отважный долбоеб, который приехал расследовать это место. Это жуткое место, здесь воняет лягушками. Повсюду кровь, но я не боюсь, потому что у меня есть яйца. Я вижу непонятные какие-то... что это? Улитки, лягушки, мозги, кишки, непонятно, что это? Трупы! Что за дичь? Кто-то в Steam зашел. Бич! Пляж! Охуенный пляж! Руки! Красота какая! Сиськи свисают надо мной! Искрят провода! Все это напоминает мне ад! Я думал, что это сон! Но это нихуя не сон! О, потому что солнце дикое! Светофор почти затопило! Знак стоп, а нам похую. Какая-то дичь горит там, или кто-то горит. Что здесь происходит, непонятно. Я очень силен. Я одолею любую дичь. Не дай бог это сейчас пизданется на меня. Нет, мне везет. Это очень хорошо освещает окрестности. Какие деревья страшные. Вообще, мне уже очень страшно. Что аж смешно. Что это такое? Че летает, блядь? Вот так вот, ясно? Добро пожаловать в мир дичи и жести! Bitfin Production
представляет волосатые яйца обезьяны, анальные связки воробья. Куда мы отправляемся дальше? Нихуя не знаю я. Фантастическая загрузка. О, а, я думал, крови нету. Лавы, а, это, подожди. Все, конец игры, ребята, вырубай нахуй. Ну и? Что это? Ебать! Так я не человек. Я упырь какой-то. А я могу бить. Я могу зумить вот так. Опа! Опа! Лёба! Управление! VSAD, понятно, приседать, круч. Run, speedrun, jump. Успел предыдущее оружие что-то там использовать. Во, главные клавиши использовать и интерактировать. Все отлично, поехали. Блять, убери ты эту хуйню. Во, все. Кстати, я могу всегда ее достать, да? Да, я могу достать ее. Зумить я тут не могу. Вот вдруг я слепой. Я, кстати, тоже, видать, наверное, красного цвета. Кстати, почему-то я не могу повернуть ни влево, ни вправо. Не, ну серьезно. А где моя рука? Чего? Что, блядь, такое? Что это, блядь, такое? Так, погоди. Продолжаем наше путешествие. Ой, блядь, как страшно, зато пиздец как громко. Что за тени, привидения, призраки, что за ебистика нас ждет на этот раз? Откуда она вылезла? Да, я тоже хочу отсюда вылезти. Так, куда идти? Давайте сходим сюда. Куда глаза глядят? А, ты бегать умеешь, красавчик. Ты просто великолепен. Не, все-таки нам надо идти туда. Углубляемся в этот смысл игры. Я не знаю, страшно это, нет, но пока ничего страшного я не вижу. Просто наркомания. Блядь, статуи какие-то, скелеты висят. Символы какие-то. Ты кто? Мать моя женщина. Красота. Криповильня. О, да я еще и лазать могу. О, сундьё. Бутылка. Милкис, чё там? Дай я возьму, блядь. Ёб твою мать. Как это взять? Или мне это пока не надо брать? Так, управление смотрим. Ну, всё правильно. Погоди, чё у нас? Маус. Change spell. А-а-а, вот оно чё. Item. Понятно. Теперь мне все стало. Так, и к чё, куда теперь идти? Здесь-то больше некуда идти. А, нет, можно еще сюда куда-то пройти. Чё, может поплавать? Не? Что, блядь, надо делать? По деревьям скакать?
погоди, я... Я видел, что можно перебраться вот сюда. А, ну мы плавать умеем. Это уже радует. Как-то рывками, вот так вот. О. Тут нету ничего. Ныряем дальше. Да-ра-ра-рам. Та-ра-ра-рам. Травка. О, что-то меня понесло течением куда-то. Здесь что? Есть что? Хоть бы фонарик дали, темно. Я не знаю, демон я или кто я. О, здесь прям течение. А, все, нормально. О, опять рывками. Наверное, все-таки надо проплыть это место. Так, вон он, сундук. Фундук. Плывем. Сначала на лодке плавали, сейчас так плаваем. Да, только скажи, что там конец карты, да? Там тупик. Что-то... Мощно. Так, а что надо делать? Наверное, что-то надо точно с этими символами замутить. Мне так кажется. А когда кажется, знаете, что надо делать? Надо проверять эту теорию. О, еще... А, это пенек. Укажи мне верный путь. Матушка, помоги мне. Подскажи мне, куда нужно идти. Что такое? Это закрыто, он говорит. Не могу сейчас сюда пройти. Патч. Патч. Говорит, мне нужен патч. Бери ты эту хуйню. Короче, пока вот такой вот обзорчик у нас на игру получается. Пока что ничего не понятно. А назад я могу? Да, отсюда я приплыл. Хорошо, здесь куда-то можно пройти. О! Домина! Так, а я драться-то не могу, да? Значит, это... Это плохо. Значит, я могу от кого-то убежать. Эй! Красота такая. Так, где тут вход? Ёб твою мать, что, блядь, такое нах? Ёбаный ты, сука, нельзя так кричать-то. Ты дура ебанутая, что ли? Шкура. Скорее всего, медвежачья. Так, а чё там? Чё-то есть в доме, смотри. Так, в дом мне не попасть, да? А, может, вот тут можно залезть на крышу? О, я гений. О, смотри. Чё, серьезно, в трубу нырять, что ли? Не, ну ты совсем дурак, что ли? И чё дальше? Ну прыгай ты! Что такое, я не понимаю, что делать надо. О, не видно ничего. Так. Начинает меня это немного напрягать. Так, не зря вот эта труба здесь. Ой-ой-ой, плохая идея, плохая идея. Не глупи. Не, ну, входов больше здесь нету.
Это чисто фактик такой. Так. О. Вот хуй ты там увидишь, что здесь есть какой-то проход. Чё ты, блядь, горит? Ёб твою мать, рука появилась. Все, пизда, накаляется обстановка. Нихуя не вижу я, куда идти. Что-то, блядь, светится на. Блядь, там открывается что-то. Че, дверь открылась? Или чего? Да, блядь, вылезь ты отсюда. Не, значит, все-таки надо как-то пролезть сюда. Только тут не видно нихера. Ага. Не, здесь я просто пришел за этой херотой, да? Угу. Ладно. Чё подбираю? Кто я? Зачем я тут? Никто мне не говорит и не хочет этого сказать. О! Блядь, что такое? Не было тут сундуков. Ни... Блядь, запрыгни ты на трубу, Дед Мороз, ты ёбаный. Я становлюсь сильнее. Я лазаю по дому, я не могу туда попасть. Хотя я уже давно бы мог выбить окно нахуй. Но я почему-то этого не могу сделать. Вот такая тупость в играх меня просто раздражает. Ёб твою мать. Дверь открылась. Пизда, я набрался сил, чтобы открыть дверь. Охуительно. Погоди, не надо нам пока туда лезть. Я хочу тут осмотреться. О, возьми топор, бля. Возьми. Ну чё, не можешь, не? Ну ты, сука, лох. Так, только в такой темноте сейчас скримера вот прям вообще идеально было бы. Так, о, что-то есть тут, да? Батюшки, я что-то открыл. Еще один сундук появился. Что, блядь, происходит? Ебать! Мать моя женщина, я могу драться теперь хоть как. Где, блядь? Я сейчас, блядь, выйду. Да куда ты полез, блядь, сразу бежать в кусты, нахуй? Тут, блядь, кто-то есть, нахуй? Алло, нахуй. Я боксер, у меня руки горят, нахуй. Что, блядь, за дичь происходит? Ладно, гуляем дальше по лесам. Можешь траву поджечь, не? Хуё. Ох, ебать, комбинация. Из пятки вот так в нос кому-нибудь, в лобешник. Ебать, это зато и фонарик не нужен. Смотри, как охуенно. Так, по-моему, я хуйней занимаюсь. Не, смотри, тут что-то есть, наверное, да? Ебать! Ебать, наркомания! Охуеть просто. Так, а что, тут можно пройти? Нет, да? Нахуя вот эти бутылёчки тут? Так. Что это, блядь, было нахуй? Нахуя бутыль? Может, а, это, наверное, здоровье у нас так. ХПшечки.
Да, дерево нахуй ебу. Чё-то я тут никого не вижу. Какая-то хуйня покричала. А музыка зато какая жуткая. Ну нихуя не происходит, да? Ну-ка, может, я теперь могу с этими руками тут осмотреться? А, тут тупик. Делать тут нечего. Давайте вернемся назад. Игрушка темная на самом деле. Во всех смыслах. Так, откуда я пришел, блядь, отсюда? У, блядь, ёбаный в рот, нахуй. Нахуя этого? Что, блядь, кто тут? Это что, блядь, за хуйня, нахуй? Иди-ка ты нахуй отсюда. На нахуй. На нахуй. Что-то он не убивается. Иди-ка ты нахуй, подожди, мне надо проверить, это точно было здоровье? Все что ли? Нет. Что это, блядь, за хуйня нахуй летает? Пиздец, зато напугало, блядь. Пиздарики, как страшно. Дай, это, наверное, здоровье, да? Нихуя не берется. Я думал, это ХП. Ну ладно. Нахуя тогда это предназначение? Этой вещи. Какое предназначение у этой вещи? Бля! Помогите! Бля! Такими руками можно многое сделать. Но что-то, как всегда, ни пизды не умеет он. Что-то, сука, где-то открылось, наверное. Наверное. Ключевое слово здесь. Наверное. Блять! Это самонаводящийся пидорок. Его вообще реально убить? На нахуй! Долетался, пидорас! И чё это, блядь, дало мне? Это дичь какая-то. Ой, бля. И это хоррор? Не, ну да, есть тут элементы хоррора, конечно, присутствуют. А самый главный ингредиент в этом хорроре — это ебучая наркомания. Ебать, как я двери умею открывать теперь. Бля, дай ты мне топор. О, разожги камин, не можешь, да? Ну ты, сука, и хуйло. О, это как вот... Игра есть Синистер. Там такая же маска была у него. На нах. Батя в здании. Куда идти? Чего делать надо-то? Алло. Я могу... Сесть на бутылку, блядь. Охуенно. Пизда-то, конечно, сказано не очень, но да похуй. Так, ну давайте думать, куда направляться, чё надо тут вообще делать. Погоди, ты чё сейчас было? А. Холикар. Где-то, сука, что-то заныкано.
Мне так кажется. А когда кажется, нужно проверять эту теорию. Сука, как-то вот эти ворота надо открыть. Погоди, здесь огонь. Там ведь вначале тоже был огонь. Надо что-то невиданное найти, чтобы этот огонь переселился. И тогда что-то, блядь, откроется где-то, появится. Охуенно просто. Мать моя женщина, подскажи мне, куда идти. Светится айфон. Что за дичь? Блядь, запрыгни ты. Так, давайте вернемся на ту локацию, где дом был. Так, погоди, а я сюда могу залезть, да? Нет, нихуя я не могу сюда залезть. Блять! Что-то за хуйня, сука, пугает меня. Ёбаные скрипты. Скрипты, сука. Открывай нахуй калитку свою. Может, тут что появилось? Еще раз эту залупу дерну. Сожгу нахуй избушку твою, ёбаную. Не, ну, Толя, блядь, так неинтересно. Да, а если наверх залезть? Так, тут прыгнуть некуда, да? На вот эту хуйню, допустим. Нет, сюда он не прыгает. Хм. Чё так сложно ты? А почему сложно? Потому что непонятно, не пизды. Не, ну я не знаю. Нахуя мне эти бутылечки тогда нужны? Если взаимодействия с ними, никаких нету взаимодействий с ними. Тут я уже посмотрел. Ползти наверх, я думаю, наверное, нельзя. Ну и смысла в этом не вижу. Эта хуйня не подбирается, блядь. Погоди, я могу наверх залезть? Это хуёвая идея, мне кажется. Блять, ничего на дереве, никаких носков не висит, но... Бля, сейчас эта хуйня, наверное, опять напугает меня, если я назад пойду. Бля, как-то надо открыть эту ёбаную дверь. Давай, пугай меня, хуйня! Я готов, блядь. Что, блядь, делать надо?
Нихуя не понимаю. А там, блядь, интересная локация. Где-то, сука, опять что-то заныкано вот в этой локации, мне кажется. Потому что здесь горит вот эта хуйня. Значит, где-то есть здесь такая хуйня невидимая. Типа, опять же, какого-то ёбаного рычага. Матов много? Да хуя. Давай, алиоп на дерево, нахуй. Не, инвалидкус. Сука. Нахуя делать такие игры? Не пойму я. Непонятные. Очень даже непонятные. Блять, может в дереве что-то там есть? В дупласе. Не, да? Ебать, у меня вообще, смотри-ка, непотухаемые руки. Сейчас поплаваем, может, что найдем тут. Может, что-то появилось. Что-то открылось, блядь. Кстати, а под водой? Как вариант. Может, что-то есть. Ёбаный стыд. Где я там сейчас? Ориентирование. Вот так. Дюр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 
О, блядь, что нахуй? Ты чё, захлебываешься, придурок ты ёбаный? Да куда ты ныряешь? Значит, ты не бессмертный. Что ты, блядь, прыгаешь по воде? Вот, вылези. И куда я выплыву? Ну-ка. Так, тут нету нихуя. Хуеплетка вылезла. Иди сюда, нахуй. Иди сюда, сука. Вот. Раз. В Steam кто-то зашел. Так. Это что получается? Нырк. Как раз мы сейчас должны, по идее, срезать и выйти сюда. На эту локацию. Где... Блять! Ёбаный, сука, китаец, нахуй! Я думаю, кто тут, блядь, орёт? В воде, сука, китаец, нахуй, сидит. Блядь, теперь надо желтую хуйню искать, да, наверное? По логике этой игры. Блядь. Напугали, сука. Так, значит, где-то это должно зареспавниться. Это что-то где-то должно появиться. Так, еще раз сюда сходим. Желтая хуйня. Ищем. Чтобы огонек переселился. Так, сейчас вот тут еще посмотрим. Хотя не, я думаю, это далековато. Нет. Фу, возвращаемся назад. Назад, потому что желтая поебень, она рядом вот с этим висящим трупом должна быть. Надо, значит, где-то тут смотреть внимательно.
Ну-ка нахуй, сейчас я все эти мистические загадки разгадаю. Пусть мне понадобится час-второй, но я разгадаю. Бля, только не тони нахуй, друг. Не нужно этого делать. Зачем тонуть? Не надо тонуть. У тебя есть огненные красивые руки. Заебали насвистывать. Музыка атмосферная. Что делать, я не знаю. Даже как-то скучновато становится. Такие игры такими не должны быть. Нахуя прятать какую-то хуйню? Не понять где. Да, я в шоке. Мать моя женщина. Помоги мне. Ой, блядский круг. Бля, заебали свистеть. Открывай ворота, нахуй! Не хватает ему магии, говорит. Хуйни ему не хватает. Так, сейчас я, наверное, буду еще часа два блуждать тут. Зачем мне это лишний раз, по 300 раз все записывать? И то не факт, что я сейчас найду еще что-то. Ты, блядь, попробуй тут найди. Я могу на огне поджариться, не? Самоубийство, так сказать, сделать. Пиноккио ёбаный. Сука, дерево мне вот это почему-то не нравится. Какое-то оно странное. Ладно, не будем тупить. Точнее, будем тупить, но вы этого не увидите. Короче, где-то что-то проебали мы. И это где-то что-то, мне кажется, под водой. Мне кажется, ключевое слово здесь. Бля, вот сейчас китаец ебаный вот тут вот в воде вылазит. А что если на начало вот сюда вот нырнуть? О, бля, что-то горит нахуй, пиздец. О, а ну вот он рычаг. О, блядь, открылась хуйня. Ты, блядь, только не вздумай тонуть тут, нахуй. Да, блядь, прыгай, нахуй! Ёбаный инвалид. Что, блядь, происходит? Бляха-муха. Сенса дикая. Почему он не прыгает? Блять, давай, ну залазь ты. Ёбаный паскудник. О. А чё? О, зеленая хуйня. Почему-то не берется. Наверное, потому что я уже взял ее, да? Ох, ебать. А, во, кстати, символы тут. Куда он, блядь, пропал, нахуй? Да, ну вот они все, как... Да, вот они, короче, тут все. Мне непонятно, что-то эта хуйня не подобралась. Вот, перебираешь. Ничего не меняется, правда, ну ладно. Да, блядь, убери ты эту хуйню. Все, ныряем назад. Сейчас, наверное, там... Блядь! Кукла ебаная, сука, вязаная хуйня. Давай. Спидхак.
Сидихак, Валхак. Иди ты, сука, лесом отсюда. Что это за креветка сушеная, нахуй? Так, подожди, сейчас, блядь, будет, нахуй, этот китаец, да, в воде? Нет, у китайца в воде, неинтересно. Причем он появляется в одном месте, а звук распространяется по всей карте. Охуенно. Блять, музычка траурная какая-то. Что-то, блядь, за церемония бесов. Так, давай, доставай свой чудо-куб. Вот так, нахуй. Добро пожаловать в церковь. Что это, блядь, за баянисты тут? Хуя там типу заебись, хотел перелезть через забор, нахуй засох, блядь. Ладно, пока у вас там веселье. О, блядь, да ты не... Ну ты-то жирный, ладно, не залез. Ну ты, блядь, засох. Ебать ему заебись! О, в камнях не надо. Так, тут другие символы. Я могу использовать это? Нет. О, опять криповидные вот эти вот здания. Открывай нах. Блять, это что за наркомания? Ебать, он улыбается, ну заебись. А где мои жизни? Я что, бессмертный, что ли? Так, вот. Есть, хорошо. Открывай ты калитку. Что это, блядь? Мозгоёб ебаный. Теперь, блядь, рычаг надо искать. Наверное. Вот что вот это за хуетень такая? Нахуя она здесь? Я на крышу могу ебануть? Так. Что ты, блядь, застреваешь? Ты тоже хочешь засохнуть, что ли? Да, на крышу можно. Значит, нужно. Ага. Наверное, можно туда залезть. Я не знаю. Нет, туда нельзя залезть. Так. Значит, отсюда залезть можно. Да, отсюда можно залезть, только что это нам дало. А, выше, да? Не канает, да, выше? Блядь, ты где там за... Сука, жук ты ёбаный. Нихуя непонятно. По-любому вот как-то вот, вот сюда надо. Ну или ладно, похуй с ним, дальше пройдем. Вот. Толик еболик. Да заебали со своей, сука, музыкой ебаной. Погоди, блядь, да встань ты. Блядь, наседка ебаная. Так, сюда я не могу запрыгнуть. Так, давайте на символы глянем. Для начала. А, ну то же самое, только другого цвета. Сейчас.
Здравствуй. Так, надо на засохшего посмотреть. Бля, у него лицо такое доброе. Охуеть. Прыгай нахуй. Сука, не засохни только. О, нормально. О, блядь. Нахуя вот это вот в игре? Вот нахуя? Сука, я до Папы Римского доберусь все равно. Играет. Что-то, блядь, хуйня летает какая-то. Каланчель ебаная. Так. Мне кажется, где-то что-то куда-то надо залезть. Откуда-то куда-то что-то надо запрыгнуть. Это, блядь, что, нахуй, я в скалах? Что? Ёб твою мать! Хуйню какую-то нашел. Каким-то чудесным образом, блядь. Что это, блядь, за пробка, нахуй? Как, блядь, я это сделал? Выпил водичку, хуёвые воспоминания, блядь. Да пролазь ты, сука. Кроль ёбаный. Ой, бля, веселые игры. Бля, ну здесь же, ну вот-вот немножко же можно запрыгнуть. Наверху ничего нету, да? Так, в доме ловить нехуй. Мне кажется, все-таки где-то наверху, в эту ебаную башню, вот это вот окно, и мы можем туда залезть. Там, блядь, хуйня какая-то, блядь, черная. Хуй пойми, что происходит тут. Вот ей-богу, я вообще не знаю. Воды здесь нету, хуй ты поплаваешь. А, с разгоном можешь ебануть? Тоже, да, наверное, хуёвая идея. Ну да, хуевастенько так выходит у меня пока. Это, блядь, что? Пробку, блядь, спиздил с бутылки. Или наоборот одел. Хуй пойми, что ему надо. Блядь. Нахуя здесь колодец? Где тут эта хуета? Типа ручки. Куда вот эту хуйню надо применить? Блять! Может, бутылку ебануть? И убирает сразу ее. На. Ну-ка, давай сюда. Хули ты машешь? Что это за хуйня вообще вот это вот? А, может, погоди, может, сюда?
типа ручка можешь от двери. Подсказывает мне Евгений. Ни пизды непонятно. Не спи, засохнешь. Бля, мне кажется, надо в башню каким-то макаром пробраться. Ну, что дальше? Все, да? Предел возможностей. Давай, ползунок, сука. Пиздец, приходится всякую хуйню придумывать. А тут нету, да? Бля, кинь в колодец, может там рыбка поймается какая. Тут можешь куда? А, вот дальний прыжок канает. Мне кажется, это какая-то глупость. Ебать, надо быстро все нажимать, оказывается. Я Санта-Клаус! Ебать, аж половицу проломил. Вот он, рычаг. Пизда! Бежать надо, да? Побежали нахуй. Блять, что тут происходит? А, нихуя, я вот так умею даже. Нихуя я сильный стал. О, блять, тараканы ебаные. Ебать, такого хоррора я никогда нахуй не видел. Паук Василий нахуй. Куда нахуй побежал? Ой, кажется, закончилось. Один-два меня. Ебануться, руки гнутся. Так, что-то мы открыли. В Steam опять кто-то зашел. Так, Мазета. О. Давайте в здание вернемся. Всю молнию на них использовал. Теперь мне понятно, что это за бутылечки. Это, короче, мана на наше заклинание. О, сука, таракана полный. Thank you.
Ебать, что-то он быстрых убивать-то стал. Яш, ты чё? Так, тут вот еще сундук был. Тут был сундук. Отлично. Так, блядь. Там китаец, тут чукча какая-то. Так, этого у меня нету заклинания, значит. Или оно пол... Нет, там другое было. Так, рычаг. Значит, что-то где-то внутри открылось. Это где-то неподалеку. Да, я ж поворачиваю. Ну да, все пиздец. Ага. Пусти меня. Нет, да? Ишь ты, блядь, все хитрее и хитрее. Так, ну попробуем теперь в эту башню ёбаную прорваться. Так, надо чекнуть, что в доме появилось, что нет. Звук какой-то, блядь. О! Ебать, вас двое, нахуй. Креветка сушеная, куда побежал? Ну давай! Минус одна. Минус вторая. Ебать, кровь аж нахуй. Да, летает по всей карте. По всей локации. Акации, сука. Вот это вообще трэш. Дичь. Хоррор дичь. Это парт первый. Я не знаю, когда выйдет второй. Что будет там? Давай. Здесь то, что мне нужно. Прыгун, пиздец. О! Ебать, таракан. А нам точно сюда? Башкой бьется об что-то. Ну не прыгает он туда. Значит, может, не надо совсем до сих пор забираться. Что-то светится там наверху. Так. Алло. Ты мне это, прекращай тупить. Побежали, побежали, побежали. Тараканы, тараканы. Так. А смысл какой?
Не, ну это жестоко туда прыгать. Купидоны ебаные. Давай запрыгивай. Сейчас мы туда залезем. Сука. Тихо. Не, он туда не запрыгивает вообще. Это что-то дичь какая-то. Может, надо присесть? Надо зажать. Как в Counter-Strike. Ой, бля. Так что ты там застреваешь? Я не удивляюсь, что ты не можешь туда запрыгнуть. Тихо. Нихуя. Запрыгни в колодец, там, не знаю. Утони, блядь. Опа. Бочки там стоят. Значит, туда как-то каким-то макаром можно забраться. Блять! Интересно, каким? Так можно прямиком ебануть? О, ебануть. Вантус ебаный. Скороходы. Я знаю, что сюда можно. Но это нам ничего не даст. А, мне кажется, он так туда не запрыгнет. Я попробую сначала вот туда вот запрыгнуть. Ох, ебать, я угадал. И чё дальше, блядь? Ебать, он скакун. Козёл горный, блядь. А, блядь, получилось. Сон, что ты, блядь, меня раз... Ты ебаный придурок, блядь! Что ты, блядь, сам крутишься, нахуй, во все стороны, блядь? Блядство. Это смешная будет серия. Да, блядь, ты теперь сюда не можешь запрыгнуть. Ёбаный, сука, кукулус. Кукулус план, ебать, он сбежал в монитор. А чё я делаю, нахуя мне сюда? Чисто табуретник. Сам что-то повернулся. Давай, десант.
Опа. Так, все, нахуй, не трогай. Вот что-то, блядь, такое. Заебали, мне не это надо. Что ты, блядь, поворачиваешься сам? А, ну это, опять же, вниз. Половица лысиного фрица. Ебать, прошел игру, у меня артефакта нету. Вот что вот это за хуйня? Куда ее, блядь, кому в жопу нахуй засунуть? Я сам нахуй. Открывай нахуй свои ворота, ебаные. Ебать, это, сука, Австралия, нахуй. Не помогает. Сушеный парень. Ну, это, наверное, конец уже, типа, локации. Назад, говорят. Назад. Погоди, я поверну. Возможно, вот это там, где мост. Мост, он опустился на землю. Через речку эту. Так, а где это у нас? Креветки ебаные. Не-не-не, не здесь. Я знаю где. Я вспомнил. Я молодец. Не будь кукурузка. Нет, нихуя не опустилась. Это ебаный паук это. Сука, что же я открыл тогда? Я думал, вот эта хуйня открылась. Но она, блядь, не открылась. А, картошечка. Короче, ребята. Поплыли назад, нахуй. Я не знаю, мне кажется, опять где-то что-то под водой у нас появилось. Я уж долго туплю просто, я не знаю. Сейчас, если не получится ничего, значит все. Значит не получится. Логично, да? Не знаю я еще, что тут нужно сделать. Может вот тут что-то появилось. Блять, китаец ебаный нахуй. Это что, блять, такое? Ебать! Куда я приплыл? Нихуя. Куда-то я заплыл, вообще хуй пойми куда. Ебать, это что нахуй такое? Кто там, блять, ползает? А, это водичка. Что это такое, блядь? Не, я не ожидал, что это, конечно, здесь что-то откроется, появится. И чё, и нахуя? Опять, блядь, лазить тут?
не зря же я сюда пришел, правильно? Что там, блядь, шипит, нахуй? Шипунье ебаное. Туда нельзя. Хуинзон, блять, куда идти надо? Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Что это, блядь, за башковидный какашоид? Ебать, я уже внутри, нах. Элоба! Ну тут нету ничего. А тут тоже что-то новое. А нахуя я сюда заходил? У меня, кстати, нету третьего заклинания. Так, Господи, где эта пробка ебаная? Может, блядь, эти подергать? Вот тут что-то шипит, блядь. Что, блядь, за хуй горит? Бля, я не знаю, эта игра меня ломает. Короче, вот с маяка вот отсюда надо прыгать вот сюда. Я не знаю, что это даст нам. Ну, здесь трава, блядь, да? Охуеть. Здесь трава, блядь. И чего дальше? Погоди, откуда я пришел? Назад, да, я вышел? Да, понятно. Неплохое освещение у него, смотри. В двух вариантах. Пещеры, блядь, какие-то. Погоди, опять назад, что ли, иду? Чё-то я нихуя не понял. Пиздец. Тупильня ебаная. Так, осматриваем низину ебаную. Есть. Что за мавзолей, блядь? Так, этого нету. Открываются ворота зоопарка.
Нахуя я это сделал, не знаю. Хуйня летает какая-то там. О-о-о. Там что-то светится, значит, пойдем туда. Охуенно. Значит, прямо. Так, раз, два, и вон он внизу, да, третий. Может, надо назад? Значит, какой-то у них есть порядок переключения между ними. Что, что-то они, короче, наверное, вот эту скалу открывают. О, блядь, еще, оказывается, тут есть. Что-то произошло? Нет. Так, на вот такое освещение. Поудачнее будет. Раз, два, три, четыре. Пока что я только четыре вижу. Да, вот тут они явно выделяются. Может быть, где-то здесь их еще просрали. Конечно же, вот это, может быть, открыть нужно. Так. Это флянец. А у нас автоматические закрывания дверей. Так. Допустим, зашли. Я не знаю, зачем вот это надо. Если она в автоматическом порядке закрывается. А-а-а. Тогда зачем сделали вообще, чтобы она закрывалась? Непонятно. Подзапутался маленько. Блядь, ёбаный стыд! Я нихуя не понял. Я проиграл? Я, походу, не тот рычаг выбрал, да? Заново? Ща-па, музон хуяри. Короче, я проиграл, нахуй.